Милка-полукровка, почти хаски. В новогоднюю ночь ее и еще двоих щенков подбросили в бендерский приют. Причем перекинули их через высокий забор. Когда перекинули нам через забор, эти малышки чудом не убились и забрались в будку к кобелю большому. И этот пес не тронул их, уступил им место. И мы в течение суток смотрели, что собака не заходит в будку. Когда определились, смотрим, там сидят три такие маленькие перепуганные сестрички. Двоих щенков уже забрали новые хозяева. Милка осталась одна и ждет, пока ее заберут в семью. Игривая, добрая, общительная. Может стать преданным другом не только ребенку. Она больше всего подойдет как собака-компаньон. Ну, возможно, и охранник-звоночек. Тоже она будет хорошо работать. В приюте сегодня 700 животных. Собаки, коты. Все ждут, когда их заберут домой. А пока о них заботятся добровольцы. Помогаю. По мере возможности, когда снегом занесло, приходила там, где мне сказали, снег поубирала, посуду там помыть, там работы всегда хватает. Помочь убрать эти пеленочки у щенков, собрать корм, разложить по тарелочкам, там с работы там точно все хорошо всегда, поэтому стараюсь почаще. Если кто-то пока не готов взять питомца домой, можно прийти погулять с ним или взять животное на выходные. В питомнике уверены, даже такая забота полезна кошкам и собакам. Ведь каждому нужна забота и любовь человека, а еще лучше – дом и семья.